Так, что у нас здесь? Ага, два бойца схлестнулись. Ну что ж, привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Мифические легенды». Выберите легенду. Нефизия или Артус? Это легенда пустыни, а это легенда империи. Я возьму, наверное, легенду империи. Чемпионы бьются за тебя. Так, нажми, чтобы продолжить. Добавляй чемпионов. На поле боя. Я понял. Такс, в бой. Как это все будет выглядеть? Друзья мои, это одна из новинок. Игра вышла буквально на днях. Смотри, как сражаются твои чемпионы. Нажми, чтобы продолжить. То есть это автобой будет здесь, да? Моя цель просто расставлять бойцов на поле боя. Так, ну что ж, неплохо он его накумарил. Легенда и выжившие чемпионы наносят урон противнику. Угу. А, вот, вот у нас где тут сам это боец был. Так, общий нанесенный урон плюс 3. Пластический турнир. Ну, как ты понимаешь, это пока идет у нас обучение. Новый чемпион. Так, открывай чемпионов и добавляй их в свою команду. Я вижу, у нас здесь маг, лучник. А вот это кто? Сейчас посмотрим. Идон. Кто ты такой? А, Идон, это вот, ребята, тяжелый мечник. То есть он прикрывается щитом и с мечом. Гестия, это лучник. И Магус, ну, сам за себя говорит, что это маг. Так что давай, наверное, поставим мага. Я могу вот его, например. Так, это число показывает, каким количеством чемпионов ты можешь командовать в бою. Улучшай свою легенду. Увеличивай число чемпионов, которых можно выставить на арену. Немного одинаковых легенд бесплатно. Я понял, это идет прокачка. То есть 25 монет на улучшение бросаем. И смотри, пассивный навык. Все чемпионы-союзники получают 5% здоровья. А супер навык — это когда половина всех чемпионов-союзников погибает. Он врывается на арену, наносит врагам 250 урона. Радиус действия в клетках 2. То есть всем в пределах двух клеток вокруг себя. Это, я считаю, довольно круто. Ну что же, теперь эта легенда может командовать большим числом чемпионов. То есть вначале я мог поставить всего одного бойца на поле боя. Теперь, когда я прокачал Артуса, я могу ставить уже больше, наверное, двух или трех. Двух. Ну что же, выставляем мага. Активирована синергия. Чемпионы одного класса или происхождения получают усиление. Вот это уже другой разговор. Что здесь показывает мне? Так, чемпионы империи получают 5 к защите. А можно получить даже 10. А ну-ка. Ну, этого мы быстро сейчас закумарим. Нифига, он еще и щит на себе носит. Все, лучница, тебе не жить. Давай. На, получи. Победа. Так, ну что, 40% здоровья, я так понимаю, осталось тут. Новые артефакты. Артефакты дают бонусы в бою. Амулет здоровья. Все чемпионы получают плюс 10% к здоровью. Щит. Все чемпионы получают 3 к защите. Так, и заточенный клинок. Все чемпионы наносят 10% урона. Давай-ка я, наверное, защиту возьму. Так. Тут еще можно прокачивать этот прочный щит. Я смотрю, 3 звезды, в данный момент у нас всего лишь 1. 3 к защите. В бой. Ну что ж, посмотрим, как это все дальше у нас скажется. Ох, нифига, у него тоже, смотри, какой. Ну, у нас защита. Блин, по-моему, он меня пробивает. Что такое? Воу!
Вот как это выглядит. Ты видел? Артус вышел на поле боя и просто забомбил их всех. Насколько я могу понимать, у противника тоже будет такая возможность в скором времени. Все. Тренера мы полностью уничтожили. Выбывает. Правильно, дай ему ей. Так, мы получили с тобой какие-то, я не знаю, что это пока. Ага, ага. Сундучок. Первый наш сундук. Давай смотреть. Слушай, вот это эпическая карта, друзья, я чувствую. Так, монетки. Это кто у нас? Нефизия. Это лучница, походу, делает, да? Это наш Артус. Клия. Вот лучница. Это, ребят, герой, скорее всего, был. И... Поштар. Кто ты такой, а? Так, давай-ка мы поменяем имя. Почему я не могу полностью затереть здесь? Не могу, все. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Найдено сохранение какое? Загрузить процесс? Нет, не надо ничего. Так, восьмой сезон рангового режима. Добро пожаловать в новый сезон рангового режима. Ваш начальный ранг зависит от результатов, достигнувших в прошлом сезоне. По окончании сезона все ранги обнуляются. Это от 3 мая. Так, получить награду. Давай. Бесплатно, 500 монет. Хорошо, 500 монет. Деньги, я думаю, нам пригодятся. Так, это у нас что-то там тоже идет накопительное. Ну что, друзья мои, новинка. Хочу посмотреть, кто это такой. Это Поштар мифический. Нифига у него здоровье. Прыгает за спину вражеского чемпиона и мгновенно наносит 400% урона. Это ассасин. Это, друзья мои, ассасин. Так, это Виктус. Это Магус. Это Клия, ее тоже можно прокачать. Ну, насколько мы знаем, что противники одного класса, они наносят больше урона, чем ты будешь делать какую-то солянку. Об этом не стоит забывать. И еще и Магуса могу самого прокачать. Три чемпиона я могу уже выставлять. Так, ну я, наверное, буду пока все-таки за Артуса играть. Тут у нас идут какие-то прокачки. А это что у нас? Получить. Получить. Ну, это анчивочки. Песчаный карьер. И вот так вот мы будем потихоньку продвигаться. Ну что, друзья мои, начнем. Что тут такое? Сыграно турниров. Это все понятно. Ранги. То есть это ПВП, ребята. Это ПВП игра. Ё-моё. Классический турнир. Такс. Я могу добавить только одного бойца. Ну давай я ассасина добавлю. Фиг с ним. Я вижу, что это счетчик силы. Это максимально, что я могу, да? Да. Слушай, может быть лучше? Нет, пускай будет маг. Ну что, в бой? Как начать бой? А. Вот так, наверное, в бой. Это мы могли посмотреть, какая команда у противника. Но у него первый уровень, я думаю, что мы здесь справимся. Воу-воу-воу-воу, смотри, 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 ассасин что делает. Нифига, он... Он крут. Ассасин просто лучницу заколбасил. Мне понравилось. Так, двигаемся дальше. То есть кто-то выбывает, да, обязательно, или как? Ага, вот мы. Пока я на первом месте. Но это пока. Сумрачный клинок. Урон всех ассасинов повышается на 50%, если они атакуют сзади или сбоку. Все чемпионы получают плюс 10% скорости атаки. Или к шансу крит удара. Я, наверное, ассасина, ребята, возьму на прокачку.
А мне кажется, так будет лучше. А как там посмотреть-то? Лучник и маг. Ого! Ребята, у него магус со второго уровня. Но у меня ассасин второго уровня. Ладно, попробуем справиться. Блин, ну маг, конечно, жесткий. Если сейчас ассасин не подведет меня... Он красавчик. Он просто, ребята, красавчик. Смотри, что он вытворяет. Иди. Выпрыгнул он здесь, на. Такс. У меня пока 100%, ребята. Я на первом месте. У всех тут 83, 71, 67. Ох ты, выберем чемпиона. Ксейбер. Блин. А кто же ты такой-то? Как узнать-то, кто ты? Информация. Нет. Не хочу я его брать. Я возьму, наверное, Идона. А знаешь, для чего я его возьму? Чтобы прокачать. Я надеюсь, это, ну... Можно так сделать же? Потому что у нас есть... Но Виктус это мой... Подожди. А Виктус и... Идон это разные. А, Идон это мой главный персонаж, да, по-моему? Нет, нифига. Что-то я запутался, ребята. Вот он, они разные. Лишние бойцы. Я, наверное, ставлю так, как есть. Пока. Я должен их победить. Поехали. В бой. Я должен, ребята, их победить. Блин, мне нравится ассасин. То, что он вытворяет, это, конечно, круто. Есть. То, что ассасин сразу бежит за спину и начинает критовать, это вообще имба. Чувак скоро вылетит. А у нас копятся очки для сундучка. Так, R7 скоро вылетит, так же как и плеер. А вот мы с Patien Attack еще помахаемся по ходу дела. Так, после 4 ударов подряд ярость атаки всех мечников повышается на 2 секунды. Так, случайный рыцарь или мечник получает 10 защиты в начале боя. Все чемпионы получают 10%. Вот это я возьму. Вот это я возьму. Так, посмотреть, что там у врага. Понятно. Он сейчас сдуется. Он сдуется, поверь мне. А он взял защиту и клинки. Все, магу крышка. Ему не повезло. Ну и... Вообще запинали на блёкую. Готов. Друзья, мы одного убрали. Нас остается... Блин. Мы с Патиана так остаемся. Один на один. Так, волшебник и их союзники вокруг восстанавливают 50% маны. У меня... Блин, у меня есть... Но я, наверное, возьму прочный щит. Так, давай посмотрим, что у врага. Ну, видишь, что враг взял. Он взял... Ну, так как у него лучница, правильно, он взял лук. Так как у меня ассасин, я взял кинжал. А так, в принципе, мы с ним почти на равных. Сейчас посмотрим. Блин, он на этого поставил. Воу-воу-воу, лучницу ты видел просто... С пару плюшек. Есть. Ребят, даже не вспотел. Даже не вспотел. Так, ну что, я победитель, получается? Что мне за это получается? Полагается. Так, клинок. Солидно. Идон, я могу его прокачать. Далее.
Поштар и Артус. Вот так вот мы продвигаемся потихонечку, да, получается? Так, песчаный карьер, что у нас здесь? Тут тоже, видишь, что-то копится. Блин, ну я, конечно, буду прокачивать. Оп-хоп-хоп-хоп, тут кристаллы будут зарабатываться. Прокачиваем. Поштер мне понравился, серьезно говорю. Добавлено в избранное. Каждая атака ассасина с шансом 25%. А тут еще и повышение, видимо, от уровня звездности будет. Чем больше звезд, тем он круче становится. Какой он третий уровень у меня получает? Так, мне тогда надо брать Идона. Вместо, знаешь кого? Мы будем вместо Виктуса. Он у нас обычный, а тот легендарный. Вот что я тебе скажу. Есть. Получить награды. Сундук. Что нам выпадет из него? Монетки. Так, Артус. Артуса можем прокачать. И Виктус. Ну, я думаю, Виктуса, наверное, не стоит трогать вообще. Пока. Как ты думаешь? Вот нашего бойца, да, надо улучшить. Главного нашего. Ну ладно, фиг с ним, пускай улучшится. Блин, у него тоже. Но этот-то обычный, а тот легендарный. Вот этот легендарный у нас получается. Так что нам выгоднее все-таки легенду ставить, согласись. Так, ну тут уже видно, ребята, это уже не боты. У всех есть никнеймы. Вот этого уберем. Подожди, как его убрать-то? Я хочу, например, вот этого поставить. А, мне позволяет еще одного бойца поставить. Ёп-макарёк. Ха-ха-ха. Видишь, тут синергия идет. И давай сюда поставим на передний план. Все, ребят, я, в принципе, готов. Кто там у него? Упс. Но мы все равно круче. У нас три бойца трехуровневых и маг одноуровневый. Мы должны справиться. Поехали. Поехали, посмотрим. Блин, ассасин красавчик. Просто красавчик. Жена мне так фартанула, а? Фига он там. Ты видел, как он там мечом машет? Бесподобно. Только почему-то мой не махал мечом. А враг махал. Так, ну что. Я опять, ребят, пока на первом месте. Пока. Так, пылающие стрелы мне не нужны. Амулет здоровья, синий щит наносит 10% урона. Наверное, возьму вот это вот. Вот, мне кажется, это будет важнее. Пи! Ты серьезно? Да мы сейчас просто, ребята, в труху их превратим. Там первоуровневые бойцы. Посмотри. А на него тоже есть поштар. Ай-яй-яй-яй-яй, мага сейчас моего ушатает. Или не успел? Нет, успел. Мага он не успел бомбануть. Ага, опять Космо. Космо тоже не получил урона. Мы сейчас, кстати, с ним будем драться. Ох ты! Квеган! Кто такой Квеган? Наносит 150% урона и оглушает всех соседних врагов на одну секунду. Легендарный. Ё-моё. Может быть, не, вместо мага. Но маг у нас... Блин. Доступны ежедневные награды. Пока не могу, да, взять? Или могу? Получить. Легендарка, что ли, еще будет здесь у меня? Так, Артус. Сейбер. Монетки. Квеган. Теперь я могу Квегана прокачать. Теперь я могу его прокачать. И кто-то тут еще у нас, друзья. Вот. Сейбер.
Блин, хоть переходи за ту, за владычицу пустыни, блин. У меня вот ассасин, и эти еще тут, блин, прокачиваются. Ё-моё. Ну, мага, наверное, придется, мне кажется, убрать. Вот так вот придется сделать. Ну что, поехали в бой, посмотрим. Надеюсь, я небольшую ошибку сделаю. Ага. Ух ты, ты какой шустрый. Блин, ну мы за счет оглушения, ребята, мы оглушаем противника на одну секунду. Ты об этом не забывай. Поэтому ассасин-то и не смог нас. Хотя он там летешил быть здоров. Ну ты видел, наверное, да? Прыгал там за спину мне. Так, волшебники, это не менее. То все чемпионы наносят 25 урона. Вот, наверное, это я возьму. То есть я пойду по пути урона, дамага. Блин, второго уровня ассасин, это, конечно, плохо. Но я попробую справиться. Он будет за спину прыгать. Вот, этот сразу его берет, видишь, на себе. К нему идет. Что-то мы тут вообще быстро запинали. А, один уже выбыл. Я беру золотой доспех. Я беру золотой доспех, друзья, потому что это дает нам доп. Защиту. А ты видишь, тут уже две звезды. То есть, чем больше мы берем одного и того же скилла за ход, ну, за уровень, там две звезды, по-моему, максималка это три звезды. Ну что, поехали в бой, смотреть надо. Кто у нас там? Так, ох, ё, у него ассасин трехзвездочный. Блин, ты посмотри, он... Нет, он не справился, вражеский ассасин не справился с моим мечником. По-моему, минус еще один. Тебе так не кажется? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, ребят, еще один выбывает. И остается рейзинг. Вот мы с ним будем драться. Так, выбрать... Я, наверное, вот это возьму. То есть у нас на критовку идет. И не на критовку, на урон и на защиту. Я так зову. Поехали. У него 66%. Почему у него всего 3 бойца? У меня уже 4. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, блядь, победили. Выбывает. Так, это бонус артефакта. Сундук. Давай возьмем. Ага, на физии. Гестия. Клия. Сундук. Ё-моё. Так, Виктус. Клия. Нефизия. Деньги и... Паштар. Ха-ха. Слушай, я же Паштар могу сейчас прокачать до 4 уровня, прикинь. Это же круто. Это, ребята, будет круто. Паштар до 4 уровня. Ну-ка. 676 хп, урон 229, плюс еще не забываем у него сколько там идет? 400 за спину. А он всегда прыгает за спину. То есть я боюсь представить, что там за урон у него дамажный такой будет. Так, здесь тоже улучшаем. Ну, пока есть возможность прокачивать всех бойцов, естественно, лучше прокачивать. Давай здесь тоже сделаем. Гестия. Так, подожди. Виктус и Клия. Ну и сам наш главный. Ага, нет. Это получается у нас Нефизия только прокачаться может.
А вот тут-то что у нас такое? А, получить. Еще один сундук, ребята. Веган. Виктус. Нефезия. Ксабер. Ну и деньги. Удваиваются в размерах, а получает 150 к урону на 2 секунды. Так, что-то мне дают на Нефезию прокачку. Не к добру. Так, ну что, давай еще, наверное, партийку сыграем. Тинорогов. Это 100% наш. И я вместе с ним сейчас буду драться, с Тинороговым. Ох ты. Раз, два, три, четыре, пять. У него 5 бойцов, а у меня 4. Значит, у него чувак прокачан круче. Ладно, я попробую все-таки, ребята, одолеть. Не знаю. Там у него и маг, и этот. Что получится из этого, фиг знает. У него... Ох, у него этот 4 уровня. Давай, 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 есть. Завязывай давай тут уже буянить. У меня всего лишь 2 осталось в живых. Ну жук, а, Тинорогов. Ну жук. Так, меч ярости. Кости атаки. Или к защите взять. Я, наверное, возьму все-таки скорости атаки. Погнали. А он взял на лучников. Фига у него тут. Да почему мой-то, блин, упал? Твою налево, ребят, по-моему, фейлюсь. Фейлюсь я здесь. Я проиграю. Хотя у меня 5 уровня, а у него 3. Еле-еле дерутся. Они же одинаковые, да? Да, только у меня уровень маленький. Я проиграю, скорее всего. Не добил, ребята, чуть-чуть. Так у него видел, сколько бойцов там было? Где я? Опа, меня сместили. Нет, Клею я брать не хочу. Не надо, не надо мне. Блин. Лучше. Слушай, она как? Она 5 уровень уже получила. Ну если даже вот, предположим, сделать так. Блин, ой, я пожалею об этом, наверное. Посмотрим. У него ассасин там. Слушай, ну здесь, как ни странно, у нас получилось. Допустим. Хорошо, ему досталось. Блин, этот Келен стоит пока, держит позиции. Все чемпионы получают 10% к шансу крит удара. Возьмем. Поехали. Блин, я против Келена. Не, ну тут, конечно, жестко, ребята, у него. Давай, 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 давай. Нет. Есть. Ребята, я не ожидал. Лучница затащила, прикинь. Просто затащила лучница издалека его. И все. Красавица ты моя. Блин, Америка еще жив. Так, золотой доспех, заточенный клинок. Возьму золотой доспех.
в бой. Кто там у нас? Америка. Ну, Америка, я чувствую, сейчас, ребята, дуплится. Хотя у него нифига там 4. Сейчас посмотрим. Слушай, лучница очень быстро стреляет. Вообще моментально. Смотри. Ну, урон, конечно, такой смешной. Но крит. Ты видел у нее крит урон какой? Обалденный. То есть она выпускает стрелу, которая пронзает всех на поле боя. Так, Америка готов. Единорогов. Ух ты. Чемпионы пустыни устанавливают по 10% своей максимальной маны в секунду. Я возьму доспех. Я с кем сейчас? С Тинороговым. Поехали. Тинорогов сейчас будет выбывать по ходу дела. Наверное. Мага валим сразу же. Так, мага нету. Тут вообще моментально мы с тобой справились. 3 секунды. Но у меня, правда, остались, посмотри, кто. Лучница и ассасин. Ну что, теперь главный противник мой, да? Келлиан. Скорость атаки. Давай, наверное, в начале боя. Навык твоих легенд повышается на 50%. Я все-таки возьму вот это вот. Ох, друзья. А что он там, интересно, взял, а? Ты посмотри. А он все по одному прокачал. Не знаю, как это скажется. Сейчас как раз-то и проверим. Ё-моё, ну. Ассасин минус. Давай. Не надо глушить, блин. Ну. Есть. Опять лучница, ребят, своим козырным вот этим выстрелом. Пронзающим. Она уничтожила. Победа. Выбывает паренек или нет? Ну, не выбывает. Ребят, он не выбывает. Выбери чемпиона. И Дона, конечно, возьмем. Так, ну что, поехали далее, посмотрим. Он никого там не прокачал, вроде бы, нет. Давай, есть. Вот это, конечно, вот бесяво. Ребят, серьезно говорю, я этот отдуплился и остается практически как в прошлом бою. Один в один. По-моему, ему крышка. Этому Келлиану. Да, ребят, он выбывает. Вот так вот. Вот так вот мы играем. Легенда, что ли? Идон. Так, эпик. Магус. И сундук. Легенда. Ну-ка, что там у нас? Так, опять Идон. Так-то деньги. Гести и Нефизия. Так, друзья, куда-то я там. Мы открываем новую, ребята, локацию. Это забытый склеп. Ёк-макарёк, забытый склеп, тут новый чемпион и новые мобы. Прикинь. Слушай, это круто. Я-то думал, что у нас будут только 2 вот этих вот стандартных, да? А на самом-то деле мы с тобой открыли. Так, происхождение некрополь. Обитатели некрополя — безмозглые ходячие трупы, напрочь лишенные собственной воли. Они подчиняются воле Некрономуса, чья темная магия вернула их к жизни. Класс жрец. Способность к исцелению делает жрецов очень ценными и популярными на арене, а в особенности, когда они сражаются под командованием легенды лекаря. Синергия некрополя. Синергия некрополя могут отравить ближайших врагов и значительно ослабить лечение. Это делает их крайне эффективными против войск со жрецами. Синергии жрецов можно использовать для создания непробиваемой обороны, поскольку они прекрасно лечат союзников
войска со жрецами могут дольше участвовать в бою. Вот так вот, ребята. Перейти к наборам. Ё-моё, ты прикинь, какие тут. Вот как раз тут и посмотрим, кто донатер, а кто не донатер. Потому что эти бойцы, я так понимаю, только за бабло приобретаются. Это, знаешь, мы не можем донатить, потому что у нас запрещено это все дело. Так что у нас сундук еще что-ли какой-то готов, нет? Казалось мне. Ну да. Чем дальше, тем интереснее. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.